Допрыгнуть до небес может каждый. В торговом центре «Лига» открылся спортивно-развлекательный центр, в котором дети могут покувыркаться и полетать на батутах. Начинают учить прыгать сначала на воздушных батутах, потом мы переходим уже на большие профессиональные батуты, причем они у нас все разные, разного размера, то есть как бы удовольствия совершенно разные. Вот. Ну а в конце, естественно, с ними играют наши аниматоры. Они все в подарках, в призах. В общем, у ребенка за один час сразу 5 удовольствий. Занятие с ребенком длится час. Больше нежелательно, иначе можно перегрузить мышцы, советуют тренеры. Но этим непоседам и целого часа мало. Говорят, в прыжке время пролетает незаметно. Мне нравится здесь прыгать на большом батуте. Я даже не помню, как давно я здесь. Нужно высоко прыгать и нужно много всяких трюков делать. Мне больше всего нравится здесь делать кувырки. И вот кататься вот на этой штуке, как учиться делать сальто. Дети занимаются под четким руководством квалифицированных инструкторов. Профессиональные спортсмены подготовили специальный курс упражнений, чтобы задействовать почти все группы мышц. Здесь развитие координации, развитие силы ног, помогают также руки. Мы проводим разминку, в которой есть упражнение на растяжку. То есть у нас всестороннее физическое развитие. Спортивно-развлекательный центр приглашает на занятия детей от 4 лет. Предельной возрастной границы нет. Такие занятия подойдут и для взрослых, которые следят за своей фигурой. Для постоянных клиентов действуют абонементы и заманчивые спецпредложения. Виктория Волкова, Константин Королев, служба новостей.